Добрый день. Недавно я посмотрел стрим Дмитрия Черносветова, который он посвятил мне. Я бы хотел обратить внимание на те слова, которые Дмитрий сказал о самом себе. По его словам, если бы он хотел, то он мог бы обладать там черным поясом по хапкидо 4-5 степени в любой организации, а не только вторым данным в той организации, где он раньше состоял. Справедливо понимая, что та аттестация и та организация у знающих людей вызывают усмешки. Мне это напомнило, когда возле подъезда собирается какая-то категория граждан, они регулярно сидят на лавочках, они все знают обо всем. Как лучше детей воспитывать, которые гуляют на площадке? Какие машины лучше покупать? Как страной управлять? И если бы именно эти люди занимались бы именно этим, у них, конечно же, было бы лучше. Я соглашусь, это категория граждан. Если бы вы занимались бы, у вас бы лучше получилось. Дмитрий, кто-то сидит на лавочке, кто-то снимает видео. Я желаю тебе успехов. Поздравляю тебя. У тебя оттокенные видео. И на тебя всегда найдутся подписчики. Успехов тебе на пути в боевых искусствах. Так держать, Дмитрий. Давай. Ну, а я сейчас переоденусь и пойду потренируюсь. Извини, такая моя жизнь.